Для того, чтобы быть успешным вокалистом, вам необходимо осознавать, что хороший вокал – это на 90% психология и только на 10% вокальные уроки. Помните всегда, что корни вашего голоса находятся в вашей психике. Для того, чтобы петь без зажима в голосе, вам нужно иметь свободное, полное творческого подъема эмоциональное состояние. Не концентрируйтесь на своих страхах и неудачах, но смотрите на свои успехи. Любите свой голос. Хвалите его. Провозглашайте, что вы будете замечательным певцом. Вы артист, а значит, вам нужно играть. Воспринимайте упражнения по вокалу как интересную, захватывающую игру –